На пленарном совещании губернатор Приморского края заслушал доклад о пожарной обстановке в крае. Как доложил глава ведомства Александр Златкин, на сегодняшний день ситуация в крае благоприятная. За прошедшую неделю у нас в крае 41 термическая аномалия. Также имеется один лесной пожар, 3 пожара на землях иных категорий. Значит, касаемо наших мероприятий, которые проводятся муниципальными образованиями, ну, в очередной раз сами себе напоминаем, что по планам запланировано было обустройство и обновление 1056 километров противопожарных барьеров, фактически обустроено 1/3, 284,9 противопожарных барьеров. Значит, очистка территории от сухой травянистой растительности запланировано было 2039 гектар, фактически очищено 645 гектар, это также 1/3. Особое внимание Александр Златкин уделил исправности пожарных гидрантов. Основные замечания после проверки – отсутствие в них воды или малый напор, отсутствие проезда к ним. По поручению губернатора, главам территории выпишут предостережение. Сколько мы бы не имели там пожарных станций, если нет возможности заправки, мы с вами проходили эту школу и по Хасану, и по Шкотову, и по другим муниципальным образованиям, когда вынуждены куда-то уезжать, терять время, за это происходит разгорание данного объекта, что приводит к его уничтожению. Площадь пожара распространяется. Положительно влияет на пожарную безопасность деятельность пожарных дружин. На сегодня их в крае 336, в их составе более 7500 человек. Благодаря их работе в этом году потушено почти 250 возгораний. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.